Bonita, sí, bonita, красиво. Нам повезло, потому что Фелисия очень много любит готовить, и она ведет свой канал и знает очень много рецептов, так что мы многому у нее научимся. А сейчас секрет, да. Все, Фелисия промыла, поставила. Секрет хочу не упустить. Да. Так, фасоль у нас уже, вернее, да, фасоль, морковь и кукуруза уже готовы. Мы их вытаскиваем. Полезная пища, вот такая, каждодневная, в течение этого года. Картошечка вот это вот у нас остывает. Вываем следующие ингредиенты. Тоже ставим варить отдельно. Мы добрались до сыра. Это кеса, но соль, но мучу соль, но? Не соленый. Пред солтер. Тоже квадратиком. Холодильник. Так, картошка наша остыла, и Фелисия ее уже начинает подготавливать. Да. Так, наши яйца сварились. Да. Да. Вот что мне нравится, здесь яйца варишь, и они не пристают кожице почему-то, не знаю почему. Чистятся хорошо. Вот сколько раз бы я не варила, вот всегда чистятся хорошо. И не надо их водой холодной заливать прежде и так далее. Да, как режется папа Рильена яйца. Ну, так крупненько режется. Потом еще пока-пока керит и я тамалис. Por favor. Персона керит. Мира тамалис. Окей? Тамалис. Ну, как не договоримся, я куплю ингредиенты, а Фелисия приготовит. Так, у нас уже готово. И второе. Отваренное блюдо. Так, теперь мы вот сюда закладываем третью порцию. Это вот у нас уже идет капуста. А, брокколи, простите. Брокколи. Так, наша курочка готова. И все ингредиенты готовы для того, чтобы делать папу Рильену. Окей. Так. Видите, что делает Фелисия? Берет картошечку, да, накладывает мяско, накладывает яйцо и все это заворачивает в пирожок. Вот видите, аккуратненько и красивенько все делается. Так мы все эти ингредиенты сейчас используем для таких вот пирожков, да. Для моста. Все это мы продолжаем делать. Антихи. Фелисия родом из Куско. Сейчас там очень много проблем. Сейчас там как раз бастуют люди. Они вот сейчас едут сюда, здесь устраивать демонстрации. Но для того, чтобы свергнуть правительство, они не хотят, чтобы президент нынешний правил ими. Это испанская история. Очень много слов similar, да. Таких, как русские, похожи на испанские. Я рассказываю в Фелисии, что у нас соседи из Титикаки, из города Пуна. И они нас пригласили на фестиваль, да, в феврале месяце, культуры, традиции, карнавал. Но мы не поедем в Пуна, мы пойдем к ним в гости, они будут там тоже это все устраивать и отмечать. Будет интересно. Да.
Ну, вот мы потихоньку разговариваем, ведь все равно понимаем друг друга. Где-то меня Фелисия поправляет. Вот. И узнаем слова. Она русские, а я испанские. Ну, все, укладываем. Сейчас будем укладывать всю тарелочку. Фелисия напоминает мне вот мою бабушку, как она пирожки стряпала. Такие приятные воспоминания и ностальгия. Да. В общем, в принципе, готовится очень просто и понятно, и может каждый это сделать у себя дома, да. Еще оливка туда добавляется. И изюм. Но в нашем случае нет оливки и изюма, да. Все управились, как раз все хватило, и ингредиентов, и картошки. Все прям нормально. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Для меня это счастливое число. И четвертое, что мы закинули, это свеклу. Да, окей. Кульминационный момент. Вот. Яйцо, соль смешиваем. Так, мы взяли муку, но по-испански рина. Да, будем учить испанский одновременно. Новые слова. Включаем сковороду. Это типа фри будет у нас. Фритюрница типа. Вот это мы в муке вывалили, да. Okay. И так каждый. Так, один уже пирожок мы унесли. Вот второй у нас готовится. Муки обваляли, в яйце обваляли и в сковородку. Как твой канал называется? Мио канал Дзен и Ютуб. А тую, тую. Мой канал Фелисия. Фелисия тоже в Ютубе. Фелисия, Косина Фелисия. А, Косина Фелисия. Интересно, надо посмотреть. Pero ahora lo voy a subir. Sí? Интересно. У Фелисии ТикТок и Инстаграм. Это ее хобби. У нее еще не очень много людей подписано, но она просто увлеченный человек. Там уже и свекла готова. Вот она идет в салат. Да. Уже их надо вовремя повернуть, чтобы они не сгорели. Ва, красиво как. А, посуду. Так, первые уже мы сняли. Так, налила сюда. Добавила соль. Я вот не поняла, что это. Не поняла, ребят. Не знаю. Потом разберусь. Она добавила вот это и соль. Яблочный уксус она взяла. Что она с ним делать собралась дальше? Соль. И вкусно. Она, наверное, залила сейчас это. Это салат. Салат зальет. Ну-ка. Так, мешаем. Ух ты, какой у нас салат-то будет. Чего тут только нет. Я думала, это все отдельные ингредиенты. Думала, что для разных блюд, а это оказывается для одного. Нифига себе, сколько много ингредиентов для одного блюда. Жесть какая. Да. И еще вот это, да, Мас? Вау. Мне нравится, что Лиза, она и пироги пекет, и сразу все, 2-3 дела одновременно делает. Вот, пожалуйста, перуанка, которая не черепаха. Рапио все быстро делает. Фелисия на утартуга. Фелисия все делает рапио, рапио, быстро, быстро. И все делает качественно, вкусно, рико. А
Я лавну тортуга персонас. Да. Амас персонас пирана тортуга. Руса персонас, но мучо тортуга. Руса персонас рапио мучо. Персона руса vive rápido. Rápido. Muere rápido. Да. Nace, crece, Руси muere muy rápido. А Руси, но тортуга. Да, руса персона. Кирилли в Перу, но мучо проблем. Документы, тортуга. Траваха, но мани тортуга. Весь-то проблема. Си глобаль. Ну, Лися, ты руса персона, ты но тортуга, ты рапидо, рапидо. Си. Ты перфекта, мучо, траваха, рапидо. Си. Молодец. Супер. Перфекта, си, супер. У нас тут все готово почти. Я Фелисе рассказала, что 5 месяцев готовили документы. И я на меня наехал скутер. И я без документов рисковала не попасть в больницу. Вот у нас сегодня блюдо готово. Папа рельена и 2 салата. Так, Фелисе полила этим раствором. Салат. Да. Линию. Да, яблочный уксус, растительное масло и немножко соли. Да. Лися накладывает мне еду. И папу рельена. Ой, муча грация. Рикиссимо. Рикиссимо. Ой, очень вкусно. Все вкусно, особенно когда горячее. Только приготовленное, свежайшее. Нет слов. Фелисе, муча грация. Рикиссимо. Си. Okay. Си, грация.